Всем привет! Мы снова проходим мастер уровни и на очереди парадокс. Итак, без лишних слов хватаем дробовик, открываем дверь и выносим этих двух спектров. Замечательно, поднимаемся сюда. Вот в этой колонне спрятана синяя сфера. Здороваемся с Макубусом и убегаем. Итак. Первым делом мы идем сюда, потому что нам нужно оружие получше. А, я хочу, наверное, отстрелять их или нет. Уже. Я просто хочу, чтобы Манкубус сосредоточился на Солнете. Они не хотят сотрудничать. А нет, все хорошо. Ну, а мы поднимаемся сюда. Открываем эту дверь и... Видим супер дробовик. Осталось только до него добраться. Замечательно. На этой карте очень много хит-сканеров, так что надо быть аккуратным. Вон там вон шотганеры, например. Которые потихоньку травливают наше здоровье. Вот за этой колонной пулеметчик. Ну и пока займемся вот этим толстячком. Потому что почему бы и нет. Там тефтелина, но разберемся с ней позже. Вернемся сюда, добьем Манкубусом. И поправим здоровье. Вот этим секретом. И вот этим секретом. И вот этим секретом. Да, а тут Арчевайл. По какой-то причине здесь три секрета в одном. Ну и мегасфера. Так, теперь мы пойдем направо от стартовой зоны, где мы здоровались с Манкубусом. Доведем наше знакомство. Ой, ой, ой. Я чемпион по ловле снарядов. Да, как я уже говорил, хит-сканеров здесь достаточно. Вот здесь будет опасно, наверное. Ну, более-менее нормально все прошло. И от нашей мегасферы мало что осталось. Ну да ладно. Не время горевать. Так, наверное, открываем эту дверь. Выносим ревенанта. Аккуратней с пулеметчиками. Они любят делать сюрприз из-за угла. Здесь мы находим ракетницу. Так, и вот в этом коридоре. По бокам очень много... обычных зомби и встречаются пулеметчики. Аккуратненько их выносим. Электроны. Здесь еще пинки есть. И когда мы подойдем к желтому ключу, появятся импы и барон. Да? Так, это опасно. Ну ладно. Ой. Барона вынесли. И отстреливаем импов типа. Как уточек. Так, это все. Ну, будем считать, что все. Вернем этот факел и нажмем эти кнопки, которые появятся после этого. И они, в свою очередь, открывают проход в секретный дворик. Сейчас мы только подлечимся. И посмотрим, что там. Здесь немного зомби. И BFG. Привет. Так, мы возвращаемся сюда. Так, была тефтелька где-то. Давайте ее искать. А, вот она. И... Ой. Но это того стоило. А... Так, храним этого Манкубуса.
чтобы не мешался. Далее на очереди вот эти вот подгайнеры противные. И недавно подобно раной ракетницей мы разберемся с ревенантами. Потому что нам будет нужно будет исследовать те здания, в которых они гуляют. Там довольно тесно. Итак. Итак, в этой комнате порталы, но нам мешает пройти к ним перегородка. Я покажу, как ее убрать. Собственно, желтый ключ мы используем, чтобы войти вот в эту комнату. Ай. Здесь паучишка. Пара шотганеров. И как только мы подойдем, появится барон. И вот здесь пулеметчик. За решеткой, где ему и место, собственно. Итак, мы берем плазмоган здесь. И портал слева идет к синему ключу. Портал справа к красному. Я посередине. Просто можно взять берсерк. Ну ладно, идем сначала сюда. Здесь будет много пинки. Я не знаю, на Nightmare или с быстрыми... Собственно, и быстрых монстров это, наверное, только выпрыгивая отсюда проходить, потому что иначе никак. Но неважно, мы берем красный ключ и возвращаемся в центральное строение. Так, теперь берем портал слева, там должны быть ревенанты. Да? И здесь будут появляться зомби. Ну давай. Они иногда стесняются телепортироваться. Да. Я вроде никого не слышал. Хотя нет, еще один не телепортировался. Ну да ладно, надеюсь, что он телепортируется. Должно остаться всего трое. В том числе вот этот онлайн. И еще два врага у выхода. Ну да ладно, нам есть чем заняться. Здесь есть секрет. Но это еще не все. Пройдем сюда. О, телепортировался зомби, отлично. И вот эта аптечка тоже считается отдельным секретом. Так, я ошибся комнатой. Ладно, бывает. Так, ну и возьмем центральный портал, что ли. Берсерк хотя бы здесь. И отсюда мы можем, да, выцепить этого гада. Так, ну и все, у нас есть все три ключа, мы можем идти к выходу. Да, осталось два врага. Все как и задумано. Так, так. Выход у нас находится около входа, как ни странно. Вот здесь нас ждет ревенант. Ну и последний противник. Угадайте, кто? Так. Так что за способ закончить уровень? Ну ладно, все убийства и все секреты. Можем выходить? Чем мы и займемся? Ничего не могу сказать про этот уровень. Ничего хорошего, ну и ничего и отвратного. Он просто обычный. Во всех смыслах. Просто обычный. Уровень Doom 2. И на этом все. Да. Спасибо за просмотр и всего доброго.